Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Сказал. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 1430 АМ, 99,1 FM. На нашем веб-сайте radio.nvc.com. Сегодня там небольшие проблемы были, но, слава богу, справились. И на нашем YouTube-канале «Радио NVC». Со мной в студии Анатолий Червец. Здравствуйте. Меня по-прежнему зовут Сергей Зацепин. Ну и наша аудитория, наша местная аудитория и... аудитория заморская. Из других штатов. Аудитория у нас довольно широкая. Так, еще раз хочу напомнить о веб-сайте. Организация называется American Education Immigration Fund. Это не non-for-profit организация, которая призвана решать вопросы иммиграции, в том числе, в первую очередь, русскоязычной иммиграции. Но сегодня, на сегодняшний день основная задача – это помочь людям принять участие в выборах, потому что было несколько, достаточно много обращений из так называемых бабушкиных, дедушкиных домов, что кто-то раньше не голосовал, теперь бы хотел проголосовать, ну и потом в связи с этой ненормальной ситуацией, когда не все могут... пойти и проголосовать на избирательные участки, каким образом поступать. Мы по этому поводу уже, по-моему, говорили подробно, что можно проголосовать по почте. Но к этому вопросу мы еще вернемся, и почему бы я не рекомендовал голосовать по почте. Вот. Ну и с другой стороны, там, кстати, есть такой небольшой магазин, ну, продается атрибутика некая. Я вот, в частности, хотел бы показать ярд-сайны, которые есть. То есть, в принципе, мы их можем раздать бесплатно, потому что спасибо, там какие-то люди скинулись, дали денег в этот фонд, там небольшой бюджет есть. И спасибо спонсорам, которые помогли нам эти сайны получить. Спасибо спонсорской поддержке компании. Я потом назову эту компанию, которая печатает потрясающие материалы. Вот, кстати, сейчас на картинке появятся этих ярд-сайнов. Один я уже поставил около своего дома. Правда, мне сказали, будете выглядеть агрессивным. Сайн в переводе на русский звучит примерно так. Голосуйте за республиканцев. Они, может быть, не идеальные, но другая сторона совсем безумная. Вот как-то так это в переводе на русский звучит. Чистая констатация факта. На мой взгляд, абсолютно. Я не вижу здесь большой агрессии, тем более если учесть, что военизированное крыло демократической партии позволяет себе просто разрушать города, грабить магазины, бить людей, убивать полицейских, то вот этот сайн, на мой взгляд, выглядит совершенно безобидным, а тем не менее, в общем, я считаю, что это. Так что, если вы захотите получить такой сайн, пожалуйста, зайдите на веб-сайт. Адрес веб-сайта AIEFund, фонд пишется через UFUND.org. И там есть магазин, вы можете купить. То есть не то, чтобы хотелось продать. Мы бесплатно эти сайны раздадим. Да, кстати, у нас есть сайны Саргиса Сангари. Те из вас, кто живет в 9-м избирательном округе, приезжайте, пожалуйста, мы вам дадим сайн. Есть сайн кандидата в Сенат Марка Керрена. Так что тоже можете приехать, получить бесплатно. Ну, а если у вас есть желание поддержать, потому что я не думаю, что... во-первых, планируем провести акцию в поддержку кандидатов. И потом, я думаю, что 3 ноября все еще не закончится, потому что Axios, по-моему, сегодня... Да, многие напечатали сегодня статью, Bloomberg там ресерч какой-то сделал, и пришли к выводу, что в ночь выборов Трамп одержит
что называется, landslide победу. Но через несколько недель, когда будут посчитаны все бюллетени, которые будут отправлены по почте, ситуация поменяется с точностью до наоборот. То есть они заведомо знают, что, используя вот этот метод голосования по почте, демократы предпримут... Ну, и об этом рассказывали. Кто-то из демократов анонимно рассказал о том, что существуют целые группы, которые над этим работают, каким образом, как отработаны технологии, каким образом они будут собирать эти бюллетени, каким образом они их будут менять и так далее. Поэтому я не думаю, что закончится все это 3 ноября. Это продлится еще какое-то время. Возможен конституционный кризис, поскольку 3 января, вернее, Конгресс сложит с себя полномочия. А если секретари каждого штата не завизируют протоколы избирательных комиссий, то у нас, по сути дела, не будет избраны ни президент, ни вице-президент, ни Конгресс, насколько я понимаю. 20 января в полдень истекает срок полномочий президента и вице-президента. В общем, нас ждут, ты знаешь, что я боюсь больше чудные всего? Времена. Слишком много концентрации, фокусирования происходит на позиции президента. В принципе, это при нормальном раскладе это было бы неплохо. Но я боюсь, что, опять же, это маневр вот этой левой руки. То есть тебе перед глазами машут одной рукой, и пока ты фокусируешься на президенте, меняют Конгресс, меняют Нижнюю палату, меняют Сенат. И тогда президент становится абсолютно такой пешкой, не имеющей никакой силы. Поэтому вот это я боюсь. Несколько кандидатов в Нижнюю палату, вот из тех, кстати, пару из них у нас были в эфире, это и Саргис Сангари, 9 округ, и Дженни Айвс, 6 округ, Вэлори Рамирес, 10 округ, правда, мы пока с ней лично не встречались. Но от того, кто будет в Нижней палате и в Сенате, действительно во многом будет зависеть то, что будет происходить в стране. Потому что не дай бог, если в Нижней палате останутся демократы в большинстве, и не дай бог, если они отнимут там 3-4 места у республиканцев в Верхней палате, то с первого же дня, несмотря на то, что даже если президент выиграет с подавляющим преимуществом, они с первого же дня, уже Шиф заявил, что если президент переизберется, мы повторим процедуру импичмента, то есть о другом они не думают. Вся деятельность этой гребаной фашистской демократической партии направлена на то, чтобы избавиться от человека в Белом доме, который не позволяет им сладко жить, воровать, набивать карманы. Все, period, больше ничего. Их больше ничего не интересует. И они используют любые средства, насилие, погромы, разбои, фальсификацию, все что угодно. Поэтому от того, кто останется в Нижней палате, от того, кто будет в Верхней палате, во многом будет зависеть судьба нашей страны. Еще раз напомню адрес веб-сайта, на который я вам рекомендую заглянуть. И если есть возможность сделать какое-то пожертвование, пожалуйста. Ну, вот и ярдсайны, о которых я говорил, можете приобрести. Ну, не то чтобы их продать, но чтобы поддержать организацию, которая будет помогать людям. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Здравствуйте. Знаете, у меня возникла идея. Все говорят, что не важно, что мы выберем, не важно, что Калифорния или Нью-Йорк выберет, важно то, что выберут, кого вернее, выберут штаты такие, как Висконсин, как Индиана, как... Я думаю, что легислатура этих штатов, то есть конгрессы этих штатов, должны принять закон, то есть они, если они республиканские там, они смогут это сделать, чтобы принимать бэллеты до определенного числа. То, что придет после, выбрасывается в корзину. И все. И закончится этот сумасшедший дом. Но он не закончится, потому он что... Он не закончится, если эти устроят погромы после этого. Они могут, конечно, но это будет незаконно. Их можно посадить тогда. Окей. Дело не в том, как,
какие даты устраивать. Дело в том, что есть определенный закон. Они должны быть получены с датой до 3 ноября. Но почта может их заныкать. Они в этом заинтересованы. Варвара, я здесь еще раз, за Байдена. Я здесь не с вами не спорить. Я не понимаю, у вас, если вам не с кем спорить, найдите себе соседа, с которым спорить. Я вам говорю, как это делается, а не спорить с вами, сидеть, какие-то разговоры на кухне. Есть закон, где эти баллоты должны быть получены не позже 3 числа. Все. Если на нем стоит штемпель 3 числа, значит, он обязан быть подсчитан. Все. То, что вы себе там придумываете, это личные дела. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас, одну секундочку, я выключил звук. Я хотел бы, понимаете, на прошлой передаче, когда вы, передача Орлова, там был поднят вопрос, когда вообще Байден откажется от дебатов. Они должны состояться 3 раза в разное время и должны задавать вопросы разные компании. Мне кажется, что в этом случае Трамп мог бы это использовать. Он бы просто бы приходил бы туда и отвечал бы на вопросы этих компаний, как будто это были бы дебаты. То есть он бы, наоборот, лучше бы изложил свои мысли, его бы 3 раза слушали, слушала огромная аудитория. Так что мне кажется, что это здорово, если так будет. Это, в принципе, я вам скажу, это, наверное, неплохая идея. Единственная проблема в том, что, ну, допустим, Факс на это может согласиться. Я не знаю, насколько на это согласится, допустим, NBC, а тем более... Ну, то есть, на самом деле, мы понимаем, что NBC — это, так сказать, левое крыло демократической партии, и поэтому они понимают, отдают себе отчет в том, что если Трамп будет один принимать участие в дебатах сам с собой, то это дает преимущество Трампа, они, конечно же, на это не согласятся. Хотя я тебе скажу, знаешь, вообще идея неплохая. В этом что-то есть, знаете, в чем? Они потеряют аудиторию, от которой они стремятся, которая ждет. Я не очень думаю, что они согласятся так сделать. Вы понимаете, проблема вся в том, что они аудиторию они не потеряют. То есть деньги, которые они потеряют на рейтинге, им восполнит демократическая партия. Совершенно верно. Поэтому денег они не потеряют, аудиторию они не потеряют, потому что если вы смотрите NBC, вы его и будете смотреть. Ну окей, ну так не было дебатов, понимаете? Но что интересно, действительно, может быть, Трампу тогда есть смысл купить это время. Ну, может быть, не все 3 дебата, а хотя бы 1. Выйти и продекламировать на Fox News. Спасибо большое. Спасибо. Интересная мысль, что касается потери рейтинга. Вы посмотрите, за 4 года насколько скатился рейтинг CNN. Просто в калошу туда улетел. А тем не менее, они свою политику... не меняют. Я уже понимаю, что CNN абсолютно не интересует рейтинг. Нет. Их интересует быть вот этим рупором, вот этой каплей воды, которая точит камень. То есть вот постоянно капать народу на мозги. Кто хочет, тот слушает. Ну, не хотите, не слушайте. Совершенно верно. Добрый день. Да, добрый день. Добрый. Вот сегодня уже первые эти вот брокеры взяли ставки на Трампа больше, чем на Байдена. Что Трамп выиграет. Да, да. Кстати, так это было... показатель уже очень отличный. Это был интересный, интересная, во-первых, статья, а во-вторых, был интересный разговор о том, что вот брокеры, именно political brokers, которых не интересует, их не так интересует, кто выиграет, как их интересует заработать деньги. То есть это тотализатор. Да, это денежные, да. Да, и поэтому, да, люди, которые, то есть в том смысле, что вот эти все опросники, это ничего по сравнению с тем, где люди вкладывают серьезные бабки. И так вот тут... опросники показывают тоже, что среди тех, кто собирается голосовать не по почте, а персонально, да. Трамп выигрывает больше 20%. Да, 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 да. Да, ну посмотрим, посмотрим, как это все будет. Спасибо большое. Мне вот тут на Фейсбуке в личку задают вопрос, а возможно ли, а может быть, вернее, возможно, что начиная с 1992 года за демократов каждый год голосует больше народу. Это простой факт.
Теоретически я допускаю, потому что начиная с 1965 года, когда демократический лев, ныне покойный Тед Кеннеди, протолкнул закон об эмиграции, ну и потом периодически, так сказать, границы открывались и заполонила страну хрен знает что, поэтому я не удивлюсь, что больше народу стало голосовать за демократов. Особенно в тех штатах, где проживают миллионы нелегальных иммигрантов, действительно больше народу голосует за демократов. Ну, плюс не забывай про Линдона Джонсона. А, да, еще... Который устроил между ним и Малкольмом Иксом. И который пообещал, что в ближайшие 200 лет негры будут голосовать за демократов. То есть, вполне возможно. Но, кстати, на сегодняшний день, насколько я понимаю, рейтинг Трампа среди афроамериканцев достиг каких-то небывалых, просто немыслимых высот. Поэтому демократы в такой панике и готовы использовать любые способы, любые методы, законные, незаконные, чтобы как-то хоть что-то как-то сделать. Так что я не удивлюсь, если действительно какое-то количество нелегалов голосует ежегодно за демократов. Добрый день, говорите, пожалуйста. Добрый день. Вы знаете, а я сомневаюсь, вот на чем основаны мои сомнения. В 2012 году, 2012, Митт Ромни, Popular Vote, он выиграл. Это раз. Но об этом практически не писали средства массовой информации. В 2016 году, когда как бы Popular Vote выиграла мадам Хиллари Клинтон, оказалось, что только в Калифорнии 5 миллионов было подтасовок. И сейчас до сих пор Judicial Watch с ними судится, и они подправляют там свои бюллетени и все прочее. Не только это, North Carolina и так далее. То есть, если бы не было этих подтасовок, если бы не было вот этого воровства явного, то Popular Vote все равно был бы за Трампом и за республиканцами. Потому что большинство людей, даже те, которые приезжают вроде бы нелегально, да, но вообще нелегалы вообще не должны голосовать, они как бы соображают немножко, что в этой стране богатство, вообще-то говоря, создано трудом и заботами республиканцев. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Как бы сказал наш друг, суда не было, приговора не было, значит, это не факт. Да. Ты мне скажи такую вещь. Ты знаешь, жалко, что это не происходит у нас, но вот я тебе клянусь, как в том анекдоте, я готов порадоваться за соседа. Ты видел этих двух молодых людей, девочку, которая баллотируется в Балтиморе, и пацана, который баллотируется в Мичигане? Мичиган. Джеймс Джонс, что-то такое. Да, еще против Пелоси идет парень, тоже ветеран. Да, тоже там. Это вообще это. Но такие ребята молодцы, молодые, черные. Эта девочка в Балтиморе, я закрываю глаза, вообще не слышно, что она черная. Поверь мне, я могу различить акцент. Unbelievable. То есть, может быть, когда-нибудь и к нам придут такие ребята. Знаешь, в 2010 году в 10-й округ на праймерис принимал участие Ари Фридман. Пилот вертолета во время бури в пустыне принимал участие в военных действиях, потом первым в классе закончил медицинскую школу. Детский врач, два офиса. И что ты думаешь, эти евреи, которые на Норт-Шоре позволили себе проголосовать за него? Его семья. Ну, типичная семья. Папа адвокат, мама доктор, в таком плане. Так они с ним не разговаривали. Потому что он баллотировался от республиканской партии. Но, Сережа, я тебе говорю, как это... Вот, ну, уже не секрет, что у меня жена хозяйка салона в Buffalo Grove, да? Если 2-3-4 года тому назад приходили вот эти вот клиенты из North Shore, да, и мешали Трампа, прошу прощения, с дерьмом, то сегодня эти же люди уже сидят и молчат. Знаешь почему? Они сейчас насмотрелись того, что происходит в Чикаго, в Кеноше. Я уже не говорю там Портленд, Мичиган и так далее. И они осознали, что это может прийти к ним. И они уже понимают, что Кеноша это вот, прямо буквально за чертой. 26 миль. И да, понимаешь? И они уже сидят и думают, слушай, а мы говорим Хайленд Парк, мы говорим Нортбрук, мы говорим Линкольншайр, Ривервуд.
они уже сидят и думают. Они уже не такие божьи. Я надеюсь, что они думают. Я надеюсь. Добрый день. Добрый день. Сергей Александрович, вы имеете в виду Фридмана, который по девятому был против Чаковски? Нет, это был Ари Фридман, который в праймарис не прошел по 10-му округу. Против Чаковски был Полок. Полок первый, а Фридман... Я могу... Дело не вы, я и не за этого звоню. Я... Так получилось, что и тот вот, когда шел Полок, замечательный совершенно парень. Он когда... сейчас в Брайтбард работает. Да. Вопрос вот какой. Ну, я слышал о том, что вы говорили с нами, не почти, а согласен, что все может быть с выборами президента. У нас проблема другая в общине. Бог с ним там, какие их мнения. Нам нужно выигрывать местные выборы для того, чтобы хоть как-то обезопасить задницу. Абсолютно. Извините, это зурное выражение. Поэтому, ребята, у вас в руках вы единственные. Не потому, что я вам комплимент хочу сказать, я давний участник слушания вашей передачи и других. Если мы не объясним нашему народу, что нужно идти смотреть, кого избирают местные органы, кого избирают Конгресс, штаты и так далее, они же не пойдут. Вы абсолютно правы. Местные выборы имеют совершенно огромное значение. Слушал, абсолютно, да, абсолютно. Дело в том, что, конечно, хочется, чтобы он остался еще на 4 года. Дай Бог. Вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Спасибо большое. Местные выборы действительно имеют колоссальное значение. Вы посмотрите, как они нас, в какую позу ставят нас местные власти. Вы посмотрите, как повышаются налоги. Вы посмотрите, как, что творит с нами губернатор. А, кстати, интересные цифры по поводу COVID-19. Экономику загнали под плинтус. Нас всех одели в маски, лишили нас нашего лица. А сегодня вот то Байден выступает, то Пелоси выступает и говорят о том, что школы нужна, экономику. Послушайте, это же ваши прихвостни, которые сидят на местах. Это ваши хозяева, я имею в виду профсоюз учителей, который не позволяет открыть школы. А ваши прихвостни, такие как Приц, Киркома, Шмома и прочее, это мафия, которые сидят и не позволяют экономике открыться. То есть Нэнси Пелоси или там Ларри Лайтфуд могут себе позволить пойти в парикмахерскую, заставить парикмахера открыть салон и сделать себе прическу смешную. У Ларри во всяком случае. И Пелоси вчера то же самое. Ее помощник позвонил там в салон, немедленно открыв в приказном тоне, значит, открыли, она пошла без маски, без всего. А нам угрожают, если в каком-то бизнесе кого-то поймают без маски, то бизнес накажут. А если второй раз поймают, то оштрафуют. А если в третий раз в тюрьму посадят. То есть мы живем, я не знаю, в Советском Союзе. То есть для вас, для нас, для мы быдло для них. Для этих подонков мы быдло. Для нас придумывают правила и законы. А себе они могут позволить все, что угодно. Это те твари, за которых мы голосуем. Ну, не мы, не я лично, но вот, скажем, Прицкера, который обещал поставить в стойку этот штат, пошли... Я не понимаю этих людей. Но я понимаю, там посадили на автобусы черных, поехали голосовать, им Обамка там подкинул, помнишь, поддержи своего брата, конечно. 5 миллионов кинул туда-сюда. Это я все понимаю. Но есть же нормальные, в принципе, люди, есть профессионал, есть Сережа, работающие люди, которые убивает. Идут. И я понимаю, ну, в общем... Кук-каунти убивает, как бы ты ни говорил, с кем бы ты ни говорил, о чем бы ты... Ты понимаешь, что самое страшное в том, что Кук-каунти не начинается на улице Харвард и не заканчивается улицей Диван. Вот в чем проблема. Кук-каунти идет намного дальше на юг, намного дальше на запад. Ты понимаешь, куда наша радиостанция вообще не добивает, скажем так. А во-вторых, там люди, которые совсем с другими понятиями. Где, вот казалось бы, действительно, ну кто за него? Тебе говорят четко. Выберите меня, я подниму налоги. Да? Вот четко говорят. А их это шкварит, я извиняюсь. По поводу предстоящих выборов и голосования по поводу изменения Конституции. Mm-hmm.
Там будет один пункт. Конституции штата Иллиной. Да, Конституции штата Иллиной. Угу. У нас на сегодняшний день flat tax, так называемый. Да. Все платят одинаковый процент подоходный налог. А хитросделанные демократы предлагают прогрессивный налог. То есть, и при этом они рассказывают майсы о том, что только миллионеров мы хлопнем, а остальные все будут в шоколаде. Ну, вот те штаты... Пару штатов. Но для этого нам нужно поменять конституцию. То есть, да. Вы, ребята, не волнуйтесь, вас трогать никто не будет, только вот богатых. Но поменять конституцию нужно. Да. И вот история тех штатов, в которых ввели прогрессивный налог, говорит совсем о другом. Потому что богатые, как всегда, нашли способ, как не платить налоги. И налогов стало поступать в казну и меньше. А вот изменение Конституции позволит им беспрепятственно поднимать налоги на всех, просто всех, всем скопом. Народ и так уже визжит, пищит и бежит из этого штата. А что будет дальше, если поменяют Конституцию? Ну, вообразить себе нетрудно на самом деле, можно себе представить. Поэтому только нет, ни в коем случае не голосуйте за изменение Конституции. Это чревато последствиями. Причем это будет на тикете. Да. Это будет на местном тикете референдум, по поводу Конституции. Ребята, вы увидите слово «те, которые живут в штате Иллиной и которые нас слышат, пожалуйста». Если вы увидите где-нибудь на бюллетене слово «референдум» и «Конституция», ни в коем случае не голосуйте, потому что вы даже не понимая, не голосуйте зная, против. Против, да. Давайте мы сделаем перерыв небольшой, буквально пару минут, вернемся, продолжим. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Вчера вот как раз прочитал статейку Sun Times по поводу flat tax. И самое главное, там мысль такая была, что ведь это flat tax, но на самом деле бедные платят гораздо больше процент, чем богатые. Конечно. То есть дебил пишет для дебилов. Flat tax всех одинаковый, но у него, оказывается, проценты платят разные. Ну, я вам скажу, это да, это уже было в принципе давно подсчитано, что даже получая вот минимальную зарплату, имея вот этот free tax, в смысле progressive tax, вы платите по 2-3 раза налоги. Вот в чем дело. Нет, ну сам факт, что если процент одинаковый, то он и не есть одинаковый. Он не может быть разным. Не, ну конечно, он не есть одинаковый. Понимаете, в смысл, что типа, да, он как бы одинаковый, но на самом деле он разный. Да, да. Кстати, я вот сейчас в перерыве, мне прислала моя очень близкая родственница статью, я теперь понимаю, откуда это все берется. Спасибо, Софчик. Значит, прислали статью, в которой такая Галина Сухенко, не знаю, кто она, что она, статья абсолютно безличная, просто подписано автор Галина Сухенко и распространитель Галина Сухенко. Окей? И написано внизу, пожалуйста, если хотите, можете ее спокойно репостать. Где написано, что в американском законодательстве записано, что если президент и вице-президент если к 20 января нет четкого количества подсчитанных голосов, то бразды правления переходят прямо к спикеру палаты. Но это глупости, это очередная ерунда. Дорогие наши, прошу вас, не ведитесь на это. Хорошо, что вы теперь, я понимаю, почему люди звонят и спрашивают. Они не переходят напрямую, потом должны голосовать, конгресс должен проголосовать, но да. Причем не полностью конгресс, а делегаты по одному человеку от каждой делегации. Да. И в том, ну, скажем, в одной делегации большинство республиканцев, значит, понятно, что республиканец будет принимать участие и так далее. Но мы не... это мне понятно, но мне непонятно, будет ли новый конгресс к тому времени. Вот что непонятно. 3 января старый конгресс слагает в себя полномочия, а новый конгресс будет или нет? Если будет то, что произошло в Нью-Йорке и в Нью-Джерси,
то у нас Конгресса не будет до апреля месяца. Вот, чем вот, дело. Вот я и говорю, вот в этой ситуации тут какая-то коллизия непонятная, как это разрешится. Добрый день. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Я хочу одну вещь сказать, а потом задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот я хочу по поводу Киноши сказать. Вот фактически вот этот самый мальчик, ну, это вопрос, надо разбираться, почему Карри Риттенхаус, так сказать, оказался там с оружием, все-таки 17 лет, как родители отпустили. Но суть в том, что ему хотят испоганить всю оставшуюся жизнь, разорвать. Если бы он не защищался тогда, бы его бы разорвали живьем. Mm-hmm. Это только благодаря его, так сказать, начальной подготовке скаутской, у него застрелили двоих, и фактически не Нацгвардия, а это он остановил всю эту шваль. Mm-hmm. Все прекратилось. Так я хочу сказать по поводу этого. Сейчас ведь есть такие консервативные судьи, если вы, конечно, знаете, Линвуд, сотоварищи, он берется его защищать бесплатно, лишь, так сказать, кто может помочь чисто на судебные издержки. Так я хочу сказать, ну, от себя, так сказать, не от вас, а от себя, что есть такой сайт Fightback, так сказать, хэштег, и там, значит, можно, кто интересуется, может сделать с помощью словами. Потому что, по-моему, это ребята очень достойные. Вопрос у меня второй, другого плана. Вы не скажете, вот Сангари, он по 9-му округу выбирается или нет? В каком смысле? Вполне так, возможно. Секундочку, что вы имеете в виду? Есть ли у него шанс? Он в бюллетене на 9-й округ. Конечно, он выиграл праймарис, да. Мало того, его даже местная республиканская партия поддержала официально. То есть у него, очевидно, есть шанс, раз уж они официально поддержали его. Шанс есть, конечно. Хотя, спасибо большое за ваш вопрос. Хотя, конечно, то количество денег, на которых сидят эти прохиндеи, что Чайковский, что Дюрбин, не сравнить с теми деньгами, которыми располагают республиканские кандидаты. И они, собственно, пытаются решить все свои проблемы именно за счет денег. Кстати, говорят, Байден собрал там 300 миллионов за прошлый месяц, рекордную сумму, $300 миллионов денег. Это же какое количество идиотов? Нет, по-моему, он все вместе собрал, не? 300, может быть, ну, 300 миллионов. Он внес казну, которую он поделится между своей компанией и Демпартией. Ну, собственно, ничего удивительного, потому что те почти $2 миллиарда, которые собрали на Black Lives Matter, особо одаренные руководители корпораций больших, как выяснилось, эти деньги идут в избирательную копилку Демократической партии. То есть жульничают как только могут. При этом они говорят, хакнули сайт, мы здесь ни при чем. Сайт хакнули. Русские хакнули сайт, и деньги пошли в Демократическую партию. Вот так. Да, пожалуйста. Здравствуйте еще раз. Значит, вот это у этого мальчика 17-летнего было разрешение на ношение оружия, так как он был член типа народной дружины. То есть это такая организация, которая помогает сейчас или замещает в какой-то степени полицейских. А у меня вопрос такой. Я не совсем поняла с этим flat tax. Что это означает, что там разные на самом деле процент? Потому что когда-то я читала это flat tax, это действительно, когда один процент. Нет, ну это как раз это изыски либеральных этих авторов, что они рассказывают такие истории, что при одинаковом этом получается, как бы при одинаковом проценте процент получается разный. Ну, то есть это выдумки. То есть абсолютные цифры или процент? Если абсолютных цифр, конечно, разные, а если процент флет, это означает, что одинаковый. Послушайте, но в абсолютных цифрах люди, у которых меньше дохода, никак не могут платить больше тех, у кого доходы больше. Это просто безумие какое-то. Ну, конечно, безусловно. Поэтому, нет, это все фантазии, запутать, запудрить, обмануть в очередной раз и так далее. Что касается этого мальчика, насколько я понимаю, значит, на сегодняшний день ему предъявляется несколько обвинений. В штате Висконсин, как бы,
Там же, кстати, длинноствольное оружие. Там интересный закон. У нас concealed carry, то есть у нас оружие должно быть спрятано, которое ты носишь. В штате Висконсин, если это короткоствольное оружие, то есть пистолет, он тоже concealed carry. Если это длинноствольное оружие, то оно, наоборот, должно быть open, оно должно быть на виду. Там такой закон. Значит, ему как бы могут предъявить обвинение в нарушении... А, и в штате Висконсин, насколько я знаю, с 18 лет разрешается носить открытое оружие. Значит, но владение оружием в 17 лет, а не 18, это misdemeanor. То есть это... Это меньшее нарушение. Меньше, это не уголовное нарушение. Значит, второе нарушение, то, что ему предъявляют, это в убийстве. Что касается... мелкого нарушения, возможно. Хотя, ну, там были споры по поводу того, как он с оружием пересек границу штата. Значит, он не пересекал границу штата с оружием. Он на самом деле пришел туда, и занимались они совсем другими делами. У него была сумка с медикаментами. Он на тот случай, чтобы оказать кому-то помощь, там помогал очищать школу, которую списали граффити эти фашисты из БЛМ. Его позвонил ему его друг, к которому обратился хозяин дилерской, которую накануне сожгли, чтобы опять они собирались там что-то устроить, чтобы он пришел. Он пришел, и вот хозяин этой дилерской, насколько я знаю, дал ему эту винтовку, R15. То есть он не переходил с оружием. Ты же понимаешь, это будет легко доказать. Если винтовка зарегистрирована на хозяина, значит, вопросов нет. А что касается обвинения в убийстве, то, судя даже вот по тем видеокадрам, которые я видел, парень действительно защищался. Толпа разъяренных, отмороженных уголовников. Один пинает его в прыжке, другой пытается отобрать винтовку, третий бьет его с кейбордом по голове. С кейбордом можно убить с одного удара, просто с одного удара. А третий бежит на него с пистолетом, которым он полруки отхреначил. Жаль, что не всю руку. Ну вот, так парень действительно защищался всеми доступными ему средствами. Ему угрожала, его жизни была непосредственная угроза. И в этом случае он защищался, поэтому, ну, как бы говорили о том, что вот если этот если это misdemeanor, то, что он владеет оружием, не будучи 18, не достигши 18-летнего возраста, то вот второе преступление, совершенное в ходе первого преступления, как бы усугубляет. Но второго преступления не было. Ты знаешь, интересно. Я думаю, так. Они, судя по тому, как оно не очень такое пламенящееся дело. То есть, да, оно вспыхнуло, когда оно произошло, но оно сейчас потихонечку, оно как-то уходит на второй план. Я понимаю, что его все-таки, что там не так все плохо, как об этом говорили сначала. Убийца. Нет, все, похоже, что... 847-400-5200. Так что я не знаю, я думаю, что с этим парнем будет все в порядке. А ну, в юридических тонкостях мы разбираться не будем. Это вот то, что навскидку, а юристы, может быть, думают иначе, хотя адвокаты выступают, говорят, что он не виновен. Ну, это, естественно, трудно предположить, что адвокат выступил бы и сказал, что да, он виновен, он убийца. Но вот мне картина представляется именно такой. А что касается моральной точки зрения, то парень на самом деле... Если таких парней не будет, что ж тут с нашей страной-то будет? Мы, демократы, отдали страну на разграбление своим этим подельникам. И причем с одной единственной целью. В хаос, внести хаос, внести ощущение нестабильности. И, так сказать, мало того, там компания Байдена собирала деньги, специальные фонды создали для того, чтобы выкупать этих ублюдков, которые громят и грабят, и уничтожают города. Их выкупают. Это в тех городах, где существует залог. А в некоторых штатах их залог отсутствует. В Нью-Йорке приняли закон, который там человек... No cash bail. Чувак на платформе Subway насилует женщину,
Его выпускают, потому что, ну, вот без залога выпустили его. Ну, в общем, идиотизм полный. Так что, что касается этого парня, там попытались GoFundMe или что-то такое сделать, тут же Facebook заблокировал, эти все заблокировали, они не позволяют ему себе даже собрать деньги. Зато этому, а этим бандитам миллионы собирают. Все можно. Миллионы собирают. Mm-hmm. Поэтому я как раз думаю, что если таких будет парней больше, чем уголовников, которые грабят и насилуют и разрушают города, я думаю, страна будет лучше, надежнее, спокойнее, безопаснее. Знаешь, я думаю, что страна будет по-любому лучше и надежнее, и есть. Просто сейчас, действительно, сейчас создается такое впечатление, что все в стране, просто хаос и так далее. Это, оно же не в стране, оно в отдельно избранных штатах. Мало того. Уже Куома с этим, с Лимоном на CNN выразили опасения, и не только они, что вот пора заканчивать, потому что фокус-группы и опросы общественного мнения показывают, что у демократов рейтинг падает, и тут же Байден из своего подвала, из своего погреба выскочил, вылез и уже на трибуну залез. Блин, он-то мечтал, что отсидится, думает, ну вот эти вот уголовники, которых повыпускали из тюрем, которых профинансировали демократы, которые устраивают погромы, они за него его работу сделают. Этот хаос склонит вот всех избирателей, особенно вот этих женщин на Норд-Шор, за него голосовать, а не за Трампа, потому что это вот оказалось... Народ видит, послушайте, ну, народ же, понимаешь, не совсем глупый, видит же, понимает, что кем это спонсируется, кем финансируется, кто в этом заинтересован, и поэтому начинают рейтинги падать. И тут выскочил из погреба, спящий Джо проснулся, вылез из погреба. Хотя вчера его советница, это Сандерс, помнишь, такая, конечно. Со странной прической. Да, которая сказала, да, что он... Байден не едет для того, чтобы... Да, в киношу не едет, потому что, ну как там, вот, дескать, что... Трампа уговаривали не ехать, его обвиняли во всем. Да. А вдруг уже завтра Байден поедет в киношу. Ну, правда, да. Я не знаю, что это после того, что Трамп уже выделяет $1 миллион на полицию, 4 миллиона на восстановление бизнесов, уже поговорил с бизнесменами, уже успокоил, уже все в порядке. Завтра приедет Байден. Угу. Делать что? Вот, ну, что он собирается говорить? Комьюнити. Ну, соберутся активисты, демократы, соберутся там эти законодатели, которые демократы, и в тесном кругу там, правда, они будут друг от друга на расстоянии 12 футов, потому что, помните, гайд есть такой, правильно, что 6 футов от коронавируса и 12 футов от либерала. Вот они так на 12 футов друг от друга сядут на расстоянии и в масках и будут беседовать. Ты видел эту запись между Байденом и Хэрис? Ну, это действительно, Сережа, ну это просто какое-то зазеркалье. Сидят два дебила, которые ненавидят друг друга всеми фибрами своих гнусных душ. И она ему говорит: we're gonna do it, Joe. вообще в похоронном доме, по-моему, обстановка менее трагичная, чем вот эта картинка Байдена с Камалой. Это кошмар. Это какой-то полузатемненной комнате. На расстоянии, не знаю, вообще там 1.5 километра друг от друга. Абсурд. Кому они говорят? Что они говорят? Ну, это межсобойчик такой. Неужели это на кого-то может произвести какое-то впечатление? Я не понимаю. Безумие сплошное. Ну, они... Слушай, куча денег, дурные деньги, ну, куча, конечно, денег, поэтому они решают, что... 300 лимонов денег, надо же тратить куда-то. За них вот решит все реклама. Ну, да? Смотрите на рекламу. Что касается... Меня особенно коробит, когда они начинают говорить, что Пелоси, что Байден начинают говорить. Экономику надо открывать. Вот при нем экономика падает, все закрыто, все не работает. Ваши же прихвостни не дают экономике открыться. Экономику нужно открывать, но как только мы ее откроем, я сразу подниму налоги. Да. Понимаешь? Да, и тут же все компании бросятся ему в ноги и скажут: Джо, спасибо тебе. Вот мы ждали все время. Кто же нам налоги поднимет?
Удивительные вещи происходят. Я понимаешь, понимаю, самое интересное, самое страшное то, что если Трамп за эти 4 года как-то создал почву для того, чтобы компании действительно возвращались, убедились, что да, тут действительно как-то выгодно получается, маркет идет вверх. Если сейчас, не дай бог, Байден выигрывает, приходит и поднимает налоги, все, вот тогда компании уходят навсегда, надолго. Байден поднимет налоги, они придут, ну, в том случае, если он выиграет, поднимет налоги, усилит регулирование, опять убьют нефтедобывающую промышленность, газовую промышленность, угольную промышленность. Производства, которые отчасти уже вернулись в Америку, пойдут в Китай, потому что китайцы купили его с потрохами. Конечно. Этот Байден будет работать на Китай, это однозначно, тут других мнений быть не может. Байден вообще работать не будет. Ну, понятно. Будет работать вот это левое крыло. То есть, опять... Ты подумай, я прошу прощения, я знаю, что времени нет. Сережа, Кеннеди проиграл в Массачусетс. О чем мы говорим? Демократ Кеннеди 80 лет. Потому что сенатор, ой, как его... Как его имя? Забыл, неважно. Который Питерс? Нет, которому Кеннеди проиграл на праймерис. А, Мартин. Мэлли. Как-то, ну, неважно. Он же вместе с Окасией Кортес выступил с зеленым New Green Deal. Конечно. Это же он проталкивал эту идею как сенатор. Эти придурки, конечно... Это я говорю к чему, Сережа? Это уже демократическая партия, она не та. Уже Кеннеди проигрывает прогрессисту. Ты понимаешь, в чем дело? Кеннеди, демократ, проигрывает левому радикалу. От этой партии осталось одно название. Все. Ну, еще, правда, старперы, которые там сидят уже десятками лет. Да, типа Лехи, да? Джек Лехи, который вообще не понимает, где он находится. Его пришли, посадили. Все. Все, друзья мои, спасибо огромное всем, кто был с нами. И будьте здоровы. Всего хорошего.